Что касается организации «Хизб-ут-Тахрир», то действительно она действовала и проводила определенные мероприятия, конференции, там, прочие такие акции в Крыму. И это происходило еще до оккупации Крыма. Эта организация в некоторых странах попадает под запрет, в большинстве стран мира под запрет не попадает. Выступает она как определенное общественно-политическое движение, в некотором смысле даже партия, вот, которая на определенных происламских позициях базируется. В Украине они никаких правонарушений не совершали, поэтому никогда не привлекались к какой-то ответственности. И после оккупации Крыма действующие лидеры организации «Хизб-ут-Тахрир» выехали с полуострова либо в Турцию, либо в другие регионы Украины. А, скажем так, люди, которые так или иначе участвовали в их мероприятиях, в их конференциях, акциях, поскольку их было сотни, может быть, даже тысячи, точной информации нет, эта молодежь, она осталась в Крыму, и, возможно, как раз задержанным, арестованным инкриминируют участие в мероприятиях, которые проводила в прошлом «Хизб-ут-Тахрир».